новый бизнес-объект, сосредоточенный на блокчейн в Швейцарии. Как сообщает CoinDesk, крупный государственный поставщик телекоммуникаций Swisscom, согласно новым отчетам, создал Swisscom Blockchain AG, чтобы сосредоточиться на широком спектре услуг в области данной технологии. Имеются в виду решения, ориентированные на корпорации и поддержка компаний, которые хотят начать работать с ICO. Это произошло через несколько месяцев после того, как компания присоединилась к проекту Hyperledger. «Мы хотим оказать поддержку как катализатор, обладающий наработками, опытом и навыками внедрения», отметил представитель Swisscom Йоханнес Хёйна в декабре.